Всем здорово! Сейчас мы посмотрим новый ролик Закутуна. Мы все геймеры разные. Снят по кроссауту. И, кстати, мы тоже начали делать мультики, анимации. Завтра выйдет первый выпуск наш. Пилотный, так сказать. Он будет на тему реакций. Поэтому, если вдруг ты реакционер и тоже делаешь реакции, то ты можешь сделать реакцию на него. Он очень классный получается. Это как прям, ты делаешь реакцию на мультик про реакцию от реакционеров. Поехали. Это включили три разных компов. ПК. О, ногу чуть не сломала. Ах, больно прям было. Ага. Стримерша? Сразу понятно. А это кто? Школа Ло, наверное. Ну, разные. Да. Давай. Виды геймеров. Стримерша, угадал. Ну, стопудово. Микрофон работает. Привет, мальчики. Меня видно? Нет? Так, лучше. Да. Псих. Так, Саня, веди их Самсуй. На меня. Самсуни. Саня, ты всех привел. Младший брат. Вот они с ковром. Да. А. Дай поиграть. А как начать в кроссаут? Где машинки? Это я. Сначала зарегистрируйся. Ну, как сложно все. Понятно. А это как? Нормально. Прогеймер. О, ну видно, что на долго два сидит. ПК? Долго да. Сидит, ты видишь? Просто покерфейс и тишина. Летсплейщик. Это мормок, да? Нет, нет, не мормок. Всем привет, с вами AK Let's Play. Сегодня мы играем в кроссаут, будем нагибать. Да нет. Уводить противника на слёзы. С каждого по лайку. Мамин инженер. Так. Да. Вот так. Сейчас сделал машину. Сколько выборов кроссаут. Этот уже ногами. Типа настолько задрот, что уже про, да. Сделал себе вон какую тачку, что можешь просто левитировать. Кажется, у меня проблемы. Ой, а меня спасли. Не правда ли я везу? Если согласен, подпишись. Я еду на своей машине, разворачиваюсь, еду в другую сторону, вижу противника, начинаю по нему стрелять. Слушается ляжка, я ее почесал, кончился чай, иду наливать новый. И бандажит. Моя месть будет сладка. Сейчас уже будет сломан компьютер. Развалился, все. Что? Как-то он слишком неагрессивный такой. Одним пальчиком уже все. Уже просто все, уже пофиг. Ну а что? Задрот. Видишь, как он задротил? Так, смотри, ему уже неинтересно играть. Смотри, видал, какая у меня тачка? Так это самое первое. Дальше ты сможешь собирать свои машины, насколько хватит фантазии. Ребят, еще тут можно стыковаться со своими союзниками и собираться в гигантских роботов. Смотрите. Можно делать и с вами так же. Ссылочка в описании. А, ну... О, я точно так же вожу. Вот точно, смотри. Туда, сюда. Вау, вы видели, ничего особенного. Нет, это Ивангай. Ивангай, точно. Ивангай Лесфлеер. Чтобы от меня не отписывались. Да, жизненно. Саня, ты где? Что значит за хлебом пошел? Я вот так же играю, вот как он, как Доту играю. Саня, я тебя Да, да. Огнемет, кстати, тоже неплохое оружие. Можно поджарить кого-нибудь, раскалить их машину, чтобы они медленно теряли кислород и живьем варились в собственной консервной банке, пока не сдохнут мучительной смертью. Ой, сейчас... Ой, простите, увлеклась. А когда я прокачаю свой батл пасс и открою новые детали и чертежи, весь мир падет перед моим величием. Ему даже не надо смотреть. Ага, он в режиме стелс, невидимый. Добавим пушку. Граффити в виде лавы. Да, чтоб противник издалека видел приближение смерти. Так, да. Это я играю несколько часов. Будет больше времени, чем я думал. Кстати, вчера один случай смешной произошел, когда мы с моим парнем зашли... Ой...
Ну, он не совсем парень. Стойте, не отписывайтесь. Нет, нет, прошу, я его брошу. Палево. Ваши сердечки. Больше на сиськи фокус. Вот. Я в норме. Все нормально, я сказал. Попробую пушки помощнее. От отдачи аж подлетаю. Ну ничего, на этот раз у меня есть силовое поле, которое защитит меня от любого. Так проще. Мне кажется, я разобрался. Или нет? Все! Мама! Братик. Ребята, на сегодня это все. С вами был AK Let's Play. Подписывайтесь. Так, быстро за уроки. Но, пап, я же блогер. Хреногер, я сказал. Быстро за уроки. Все, иду. Сейчас папка будет играть. Моя очередь нагибать. А, такой же волосы. Твое супероружие готово. Тоже лосплеер. Да. Я непобедим. Внемлите, жалкие смертные. Перед вами Антон Разрушитель. Самый могущественный водитель во всем мире. У меня плохие новости. Да как? Не может... Нет. Еще один мам. А его уже просто нет, оно само играет, понимаешь? Ну да. Его даже присутствие не нужно. Все, он не проиграет. Я дико извиняюсь, что он делает под столом-то? Я! Закатун. О! Вау! Это что сейчас реально? Разорвал врага тотально. Замучу себе Порше с огнеметом в багаже. Все, рэпчик. Нагибать, в пепел гадов превращать. Соберись, не отвлекайся, в мою речь сиди, вдавайся. Шутки брось, я про игру расскажу тебе одну. Хочешь крафтить из металла, чтоб машина всех ломала? Пушки вешай на броню, время нет на болтовню. Поезжай, внеси урон, покажи всем свой фургон. Или может на ивент соберешь друзей, студент? Тут масштаб зарубы каждой утолить способен жажду по машине и езде. Запусти кроссаут уже! Боссы, рейды и прокачка, погляди какая тачка. С ней и с другом по команде отправляйтесь на задание. Одолейте все угрозы, оправдай мои прогнозы. Или соло без друзей, славься в битве королей. Руки в руль, исправь горбатость, нету времени на слабость. Ноги на педаль и в пол, покажи всем рок-н-ролл. Только ссылка в описании сможет хвастать содержанием. Словно боевой бойскаут, заходи в игру, кроссаут. Классная реклама. Еще стихи надо, блин, было придумать. Не, ну, жесть. Это да. Ну, короче, заморочился он знатно тогда. Это да, весь ролик это так детально проработал. Это было то, что посвящено кроссаут, так еще это с шутками, еще это прикол про геймеров, и так куча все в одном. Ну, как-то, знаешь, я тоже думаю, блин, это будет ролик про кроссаут, а я в кроссаут как бы вообще не играю. Ну, я знаю, как бы есть такая игра, про что она, я понимаю. Но, тем не менее, было классно, вообще интересно смотреть. В принципе, очень понятно объяснил все. То есть, вот, это как бы реклама для тех, кто не играет, чтобы объяснить простом. Ну, типа... я бы, скорее всего, в кроссаут играл как точно младший брат. Вот серьезно, я бы так просто бы ехала на одном месте, а потом бы тоже мне что-нибудь сломалось, сидела бы, просто сказала бы... А нет, потом бы я просто материлась, как этот чувак, который компьютер ломает. Ну, как я. Да. Вот, вот так бы все вот и было. Я так же, вот я. Да. В общем, завтра наш мультик. Мы ждем вашей поддержки. Пока. Неплохо. Можно и лайк поставить. А давай еще это видео посмотрим. А может лучше это? Сложный выбор.